Всем привет, с вами Дмитрий. Я продолжаю проходить Майордер. Как я и обещал, как я и говорил, осталось нам пройти три миссии. На первой и второй карте пройдем и получим новый красный пояс. Так, это у нас что за миссия? Давайте ранг в клетке пройдем еще раз. Очень мне эта миссия понравилась. Найдем красные монетки. Ну что, поищем, ладно. Будем уже все места обыскивать, конечно. Опа! Вот когда бочка разрушается, видите, возвращаемся обратно. Я думаю, сейчас пока ее не буду делать. Вот наша первая монетка. Люблю, когда ранг с первой. Каждый закоулок надо туда последовать. Монет, ну здесь сейчас монетки нет, в принципе, красной больше. И мы продолжаем уровень и проходим вторую. Так, я думаю, здесь надо уже будет тоже спуститься вниз. Но это сейчас. О! Кто там такой у нас? Каких-то монет сколько. Потому что у меня почему-то камера идет вверх. О! Прикинь. Здесь по-любому есть красная монетка. Уровень маленький. Они сейчас монет много будет. Я еще не все опускал, в принципе, так что. Есть еще много мест. Если нет, тогда дальше пойдем. А, вот так. Очень все тут просмотрел. Ну ладно. Кажется, там есть монета. Комната номер 3. Ай-яй-яй. Опасно.
Вот и монетка еще одна. Дальше. Еще какие места тут есть всякие. А, вот там еще вижу. Жалко, что рабочий нельзя принять. Эти кондуктора тоже монетки могут быть. Еще очередная монетка. Нужная монетка. Все, вперед, далее. У нас остается последняя комната. Я так думаю, сначала освободить ранг, потом мы будем искать монетки, чтобы ничего с кучкой не случилось, мало ли. Тут оставшиеся все 7 монет, тут найдем. Еще ж, о, еще 5 монет. Ой, полно меня. Мне надо наверх. Вниз потом пойдем. Блин, ну ладно. Вот еще. О, вижу, еще там монетка. Кстати, забыл. Монетки, монетки. Нам нужно красную. Принимаем только красные монетки. Вот и красные. Я думаю, мы все монетки уже нашли, осталось их только подобрать. Последняя монетка, я думаю, там наверху. Я так понимаю. Он там. Я думаю, она здесь. Да? Все. Надо было упасть. Шаль, зачем? Зачем идти дальше? Пойдем бы еще раз пройдем. Некогда ждать, пока закрылись. Вот так быстрее. Все. Мы меняем меч. Ну, high score. Ох. Formed in the deepest depths of the underworld, this fire sword burns its way through its victims. It is light and powerful.
Еще два ранга. Зашли с синим мечом, ушли ниже с красным. Do you want to go back to Robot Beast? Да, на пляж роботов проходим две быстрых миссии. Это у нас Глаз Ниндзя. И Зуб за Зуб. Ну, начнем наши с первой миссии, как помните. Beat the clock. Shh. Too easy. Нужно проходить на время. Здесь лучше не задерживаться. Драться тоже не стоит, думаю. Ну, в случаях, если только дверь закрыта. А так это нужно тут очень быстро проходить. Времени, конечно, очень мало. А ну, а в конце, как все помнят, еще на время тоже. Здесь сколько останется времени, столько-то, за столько там и будешь проходить. Там не будет ровно 55 секунд, а сколько останется уже. Так что мы подторопимся. Здесь надо драться. Дверь закрыта. Мы идем далее. Далее. Вперед, времени очень мало. Все мы тут помним, ну, в принципе. Что-то и забыл. Миссия простая. На данный момент немножко... с небольшой сложностью. Всего 5 секунд отделяет нас от шара ниндзя в конце. Вот еще тут время идет, пока и катится. Все, вперед. В принципе, шанс. Кстати, если ты не проходишь, не успеваешь, ты начинаешь уровень сам заново. Не сохранение, а с самого начала. Чё плохо? Ну, мы успеем, я думаю. Не первый сыграть. Feel like strike 8 7 6 5 4 3 2. Yeah. Ну что, осталось совсем чуть-чуть. Остался один, только один ранг. Кстати, надо подкопить еще монеты будет.
маркизу. Вот, пойдем вот сюда. Тут либо время, то либо тоже собирание монет. Врагов здесь убивать смысла нет, их очень мало здесь. Найдем красные монеты. Найдем. Оставшиеся монетки вот здесь где-то. Да, вон. А теперь же будем возвращаться назад. По этому пути. High score! Fast and fierce in battle, the true sign of a red belt. This is for you. До черного 11. Beyond here lies Bombay.
здесь можно объявить конец. Закончить на этом всю серию. Я прощаюсь с вами всем.